Вот у нас оклевывается тыковка. По два листочка дали. Вот. Сегодня дождичок, вон гром гремит. Туда дальше вон уже поливает. Сейчас и до нас, наверное, дойдет. Вон там как поливает, вон видите, смотрите. Кукушки раскукукались, вон замолчали. Тук-тук, тук-тук. Раньше в начале мая они же кукукали. А сейчас вот тот раз поторопился, короче. И земля вообще жесткая. А в начале еще жестче. Здесь-то вот более-менее. Вон. Поторопился я, конечно, зря. С посадкой картофеля. Там вот на последнем поле, который... А, на втором и третьем. Там более-менее было. Ну, а здесь травка зеленеет. Солнышка нет. Сегодня чуть пораньше выгнал. Обычно так при такой... травяной массе 3 часа, 2 часа и уже озоровать начинают. Вот сейчас, наверное, ливень польет скорее всего. Забыл палатку, надо было палатку взять, с палатки удобнее пасти. Крикнул, куда пошла? И она вернулась. Ну, в следующий раз палатку возьму, наверное. Грохочет, затянуло все. Ветер поднялся вон какой. Буренки хоть искупаются. Дождевые ванну примут. Отмоются хоть маленько. А то как в чулках вон они у меня. С одной стороны, хорошо. Шлепни не пристают. Вот.